Продолжаем нашу постмачевую пресс-конференцию. Ваше внимание, комментарии главного тренера Крысаев, Андрей Бабович. Думаю, что игру начали хорошо. Больше вратарями Тёме у нас забили гол вовремя. И до этих травм, которые были Корниленко и Самедова, думаю, что вообще контролировали всю игру. Но у нас сегодня было очень много потерь, что за дисквалификацию, что травмированных. И все. Так, два опытных игрока, и нам вообще очень сложно было в втором тайме. И второй тайм мы не провели так, как должны были. Больше владал мячом Уфа, владал мячом больше. И так на концу все это всегда так, когда у вас 1-0 и до конца не забивает еще один гол, всегда могут сравнить счет. Так и получилась там ошибка, которая была в обороне, и они забили. Просто думаю, что где-то мы чуть-чуть лучше были, но футбол такой, получили 10 секунд до конца. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Миадрак, видите ли вы какую-то систему вот в том, что две травмы случилось у Корниленко, у Самедова, может быть, в тренировочном процессе, или это индивидуальный случай, который нельзя связывать? Ну, знаете, как они игроки, которые возраст, и они травма опасны, так что не думаю, что что-то в тренировочном процессе. Просто так получилось, мы очень много тренировали на искусственном поле, и на натуральном поле, так что это, вообще, может быть, это одна из причин. Что вы думаете, мы физически плохо ловили, да? Можете посмотреть там отчеты по фитнесу, есть отчеты. Посмотрите, посравните и увидите. Вот все-таки обоим, да, Мендрик, сказали, что много игроков вылетело сейчас. Вот в такой ситуации есть ли вероятность, что вы шанс дадите, да, дублерам? Вот Егор Беленков, в частности, болельщики многие смотрят, кто дубль, он там лучше бомбардирует. Сейчас вот почему... Например, хотим заявку ему не внести на этот матч, может быть, на следующий. Ну, может быть, на следующей игре посмотрим, попытаемся дать шанс этим молодым игрокам. Можно. А почему, к примеру, только на Арсенал вашего бывшего клуба, да, не произвести ротацию состава, причем кардинально это сделать? Не понял. Еще раз. Ротацию в состав, я имею в виду. Ротация? К примеру, игры Дулы. У нее бюджет, я думаю, не такой большой все-таки. Но она вон, какие делают успехи. Молодежь больше привлекать. Может, а где, скажите мне, какая-то это молодежь там? Ну, скажите, хоть я одного молодого, кроме Бакаева. Хагуш, Кумбару, Григолава, это молодежка. И это другая команда, мы здесь сейчас можете задавать вопрос про Кросвет. Хорошо, вот у нас... Ротации нету, потому что нету игроков. И видите, что сегодня на скамейке было 4 игрока, поэтому просто много травм. И плюс Рабиу и Шайдай были дисквалифицированы, так что каких-то очень больших возможностей не было. По поводу Ваня Вучичевич, да, вышел сегодня, практически всю игру уже провел, да, 90 минут. Ну, специально несколько, ну, да, уделили внимание и смотрели за его действиями. Все-таки в чем его сильные стороны, почему вы ему так доверяете? Потому что он играл за молодежку и там забивал. Так что я ему сильно доверяю, я не вижу, потому что это его вторая игра, да. Но просто сегодня на скамейке не было возможности делать другого для усиления. Нам был нужен нападающий, потому что сломались и Самедов, и Корниленко, и поэтому я его бросил на поле. Осторожно? Ну, знаете, как нападающий, когда играет и не забивает, как он свою задачу не сделал. Можно
меня так. Вы уже психологически смирились с тем, что будете играть стыковой матч, или еще попробуете побороться за 12-ю позицию? Нормально, будем биться до конца, но не могу обманывать и говорить, что наши шансы очень высокие, но сколько есть, будем бороться. Когда не будет, тогда надо готовиться за штыки, что ли. Еще есть вопрос? Вот вы сказали, что дали шанс Лучичич, потому что он забивал за молодежку. Галенков тоже забивает за молодежку. Вот в чем все-таки Лучичич для вас лучше, чем Галенков? Какие качества вы? Я не сказал, что Лучичич лучше. Я знаю только, что Галенков был травмирован, восстановиться после травмы, и поэтому, потому что эти больше с нами тренировался, Галенков с нами тренировался только на прошлую неделю и играл за дубль. Спасибо.